Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Ну здравствуй, наш жирненький масленочек. Здравствуй, человек-тапок. Headshot. Headshot, baby, you got owned. Double kill, деточка, да. С почином, рачина. Headshot. Благодарю, Днарина. Headshot. Приветствую вас, леди и джентльмены. Другие подруги, сегодня у нас офигенный рок. Офигенный Warface, детка. И офигенный... АК-47, вроде тот же, да не тот. Headshot. Отдачу ему существенно улучшили. Headshot. И теперь нагибать с ним. Сплошное удовольствие. Headshot. Сыграл уже пару мясорубок? Мне нравится, да. Давайте посмотрим, сможем ли мы забрать с ним фигеров. Хедшот. Вот так, мои сладкие. Дело серьезное. Неужто его настолько апнули? Что-то вообще у тебя с ним летит? Да, вообще маслочизация идет по полной. Я тебе говорю. Отдача, это прямо как бы... Это важно. Это важно. Многие недооценивают. Так вот. Так. Ушел. Ничего страшного. Это все мелочи. Я думаю, мы прорвемся. Противники серьезные. Ситуация непростая. У ребятишек донат топовый. У меня калашик, но является ли это недостатком? Я думаю, нет. Самое главное на мясорубке это хорошо аимить и вовремя реагировать на изменения ситуации. У нас это получается вот так. Дабл килл, деточка, вообще бодренько идет. Скучал, скучал я по такому калашу, вы знаете, он так гнул давно. Давно я, чтоб вот так прямо взлетело, вот как сейчас сегодня, я не знаю. Ну, года три назад, наверное, так было. Даже, может, больше. Вот! Ну, это вообще парафин какой-то. Да, парафин Петрович, как нефиг делать, Кэп. Вот так, дедочка, хэви метал. Пошел нагиб, вот так, мои сладкие. Добрый вечер, папочка вернулся. Ха-ха-ха, да. Вот так, детка, хедшот, самурай мой маленький. Вот так вот. Вообще просто душа радуется. Эх, блин. Где мой, сука, 14-15? Правда, тогда золотого калаша не было. Но извините меня. Не было золотого, был обычный. И, кстати, он тоже был хорош. Вот только прицела тогда, конечно, очень не хватало. Вы помните, какой... Эх. Какой холивар был. Сколько долго мы, скажем так, воевали с нашими админами, чтобы они добавили нам прицел на АК-47. И в итоге, вот он. Прекрасный Люпольд в итоге получился. Да. Обожаю этот прицел. Очень классный, очень такой, знаете, вот прям идеальный. Рамки не слишком тонкие, не слишком толстые. Прям прочно, я бы даже сказал, да. Кэп совершенно прав. Вот прицел это сочно. Да и вообще все сочно идет, что там говорить. Так, тихо. Ушел. А вот ты не ушел. Давай. Блин, ну жарко, жарко. Прям мясорубка непростая. Интересно, блин, надо как-то это... Надо поднажать. Вот так, дабл килл. Если поднажмем, сможем забрать. Все, мы на первом месте. Теперь главное не отдавать. Хедшот. Блин, ну они тоже, видите? Ребятки-то непростые, тоже отдавать не хотят. Только выходишь, кто-то спину убивает. Дабл килл. Это, кстати... Вот так вот! Эх, братан, блин, братан. Не успел ты, не в тайминг, сука. Да еще и, блин... Не зарегало в тебя хорошо голову. Вот так. Артур. Король Артур нагибает. Баба скине, красава. Давай. Мух, бля, горячо.
Ребятки, болейте за меня. Мы должны это, сука, забрать. Вот так вот. Блин, пригород терпеть, сука, не могу. Он так бесит. Только выходишь, тебя сразу спину убивают. За это я депо люблю. Вот кто бы что ни говорил, депо это самая офигенная карта мясорубки в плане именно респавнов. Там есть один или два, ну, респавна так себе, там кто-то караулит частенько. Но это, кстати, разработчики давно можно было бы исправить, да и все. А в остальном карта просто идеальная для мяса. И она еще меньше, чем пригород. Мультикилл, деточка, да! Померла, сука! Это что, он стал гнуть так только потому, что отдачу поменяли? Вот именно, отдача. Один из самых недооцененных параметров в этой игре. Разработчики, вот смотрите, что делает хорошая отдача с оружием. Да? Порой пушка имба, ТТХ на высоте, множители. Но все портит отдача. А порой у тебя в руках старенький калашик, видавший виды. Да вот только отдача мягкая, и все он нагибает, как в самые прекрасные добрые времена. Кстати, если данное видео вам понравилось, по каким-то причинам, я подумал, давно у нас не было тяжелых нагибов. Если это так, то ставьте лайки, пожелания, как хотите, яйки чешите. Это, братишки, обязательно. Без этого просто никуда. Яйцо почесал, и у тебя любая пушка стреляет в точку. Вообще насрать какая. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.